А сейчас будет игра, которую даже я жду с огромным нетерпением. Напоминаю, пары все рандомные, никогда раньше не играли. Максим Сан Саныч видел только по интернету. Лев с Романом тоже ни разу не играли. Люди соскучились по простому контенту. Человек стоит, ничего не играет. Просто стоит, рассказывает, все хорошо. Баб-бах, баб-бах. Во-первых, ваши видео есть на Висте и на МТТФ РТФ. То есть это уже популярно. Очень популярно. Да. Счет какой у нас? 1-1. Ага, спасибо. На Висте и на РТТФ мы где-то? Каким-то образом мы туда попали. 1-1. Срывается, срывается, у льва срывается. Он выдержит, я 1-2. Опять срывается у льва. Что-то он не может вращение чего-то распознать. 3-1. Я не против, мне как-то вообще срывается. Ну, конечно, вот, правильно натянуть, правильно. Максимально, да, натягивать надо. Сеточка слабенькая. Нет, здесь какие-то там полувоенные. 3-1. 4-1. Подача Саныча коварная. Романа, у одного проигрыша, значит. Да, 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 конечно, конечно. У той пары, не Романа, а у пары Роман и Бек. 1-5. Телефон не будет работать. Проходите, садитесь на скамеечку, смотрите. Вот здесь, в лепенке, удобнее будет, смотрите. Ноутбук будет работать. Поэтому он в розетке. 1-5. Когда ты его дома смотришь, и можно работать без аккумулятора. Да. Если достается. Военный... Браво, Лев! 2-5. Нет, я понял. Нет, вообще вот если вот, да, вот. В будущем, если есть ноутбук, как только ты включил розетку, аккумулятор достаешь. Он работает так. 5-3. Напоминаем, пары рандомные, случайные, друг с другом не играли. Он вытащил аккумулятор, все, он у тебя лежит отдельно. Ты ноутбук смотришь. 5-4. Ты зарядил, и убрал. 5-5. Два раза дольше. У меня было несколько ноутбуков. Нет, ну как бы информация есть. Я когда об этом узнал, у меня несколько ноутбуков, действительно так, два раза дольше уже. Потому что он так постоянно разрешает, дома смотришь. А вот этот телефон пытался, телефон нифига не работает. А 4-7? Ни один. Ни старый, ни готовый вообще не работает. Достал аккумулятор. 8-4? Ну ладно, там старый аккумулятор, да ну пикать не надо. 8-5. А по что-нибудь надо ему удариться. Скотина. Сейчас бы 100 крышек тогда попасть. Конечно, 1-1 были прибав, но все хорошо. 8-5. У нас на день побольше. 8 цифр. Смотри. Молодец, Лев, наконец-то ты распознал его блестяще. Молодец. 6-8. 7-8. Разгадана тайна вращения от Саныча. 8-8. 9-8. Апс. Ну, если плюсовый, да, манечно это дело. Я как бы не сторон, я 250, я вот правильно. 9-8. 8-9. Ах, сетка не спасает. Болтается, развивается. 9-9. Хорошо, Максим, хорошо.
Он теперь понимает, что нужно только и тонко играть, не только шарашить. 9-10. Момент подачи прошел решение. Было двойное касание. Первый сет с трудом на зубах выигрывает Сан Саныч и Максим. Так. Сан Саныч справа сетку не любит, а слева. Ну хорошо. Сетку поправишь, Сан Саныч? Завалилась сетка, не завалилась? Все отлично. 0-1-0-0. Ну а потом еще не забывайте. Саныч, свечечку, возврат. Важно, даже, это неудачно. Важно, как пусть вас на этого напарника. Что ему прилетит, как он это понимает. На удивление получилось очень сильный пара. Ну там один человек на двоих играет, но и второй сыграл на 0-2. Две хочется. Да, ну если мы будем. А если мы с ним размерились, если взял две палки, две палки у него. Ну какой рейтинг? 110. Ну это не 110, а 250 минимум, потому что играешь с нами на раунд. Вот. А тут у меня счет стал все по 0-3. Вообще все по нам. Мы с нами вообще все подвески по углам нужно ложить. Вообще все. Эти, все топсы отбил, все, что мог вообще. Даже стал. Да. Как пал получилось. 3-1. Ну, вот сказали, он темный лошадка, я вас приехал. Да. Поставил. Вот. Чуть-чуть. 3-2. Ветер поднимается, поднимается ветер. Вот это. Я не понимаю. Если отогнать на метр от стола, я уже все. Ниже стола мимо. Я только не стола. Ну да, да, конечно. Хотя вот 2-5. Очень быстро. Напоминаем, пара рандомная. Саныч с Максимом никогда не играли. Максим играет очень такую своеобразную игру. Да, быстро, Саныч. Ну, свою. Том, что... Своеобразную. Да, и слабо. Ну, пользуюсь тем, что если там бьют, как раз вот на столе поставил, отлетает, как будто... Болтаю, и счет развивается у меня. 7-2, или подача. Счет! 7-2, подача. 7-2 справа, спасибо. Контрольный стук, 3-7. Это удержание. 3-7, Саныч нам помогает. Нет, а я уже, знаешь... 4-7. Знаете, говорю, буду новую накладку... 4-7. Да, она уже... Хотите другую сетку поставим? Как раз вот думаю. 4-7, не будем другую сетку ставить. Вот это на улице какой-то сет сюда. Ох, Саныч, какая же реакция, а? Саныч, браво, браво. Семь пять. Восемь пять. 8-5. Вот так вот коварен и опасен. 6-8. Постоянно какие-то заказывают. Сейчас в последнее время часто с Японией сказать. Ему японскую там эту раскупили. 6-9. Да, японская. Чисто японская накладка, чисто японская.
Все ищет там постоянно. 9-7. 9-6. 10-6. Да, все, партия. 2-0. А перепадать сеткой, все, хорошо, 10-6. Не подходит, а все в поисках постоянно. Я наоборот. Да-да. Два. По партиям 1-1. А, Саныч выиграл. Ух ты, а я-то, ух ты, как все закручивается. Это интрига закручивается уже на втором сете. 1-1. Макс на подачах. Разберитесь, кто принимает. Вот этой вот, я стучаю, готовка, ей обсовку чаще, ничего нету. Этой, да, только подрезаю, она вся хорошо, вообще вся. Вот так, ну, вот 1-0-1, 0-1. Даже если в зале будешь играть, то на месте, ну, все уже там, такая. Вот это вот. Лакзе, вот очень. Лакзе 10-я. 1-1. Вот она. Долговечно. Вот так, Лев. Это 3. 2-1. Она контрольнее, чем вот это. Петр Васильевич, нравится, добрый день, добрый вечер. Так, копейки я запутался. 1-3, да? 1-3. Вот это я... Илья, счастливо. Ребята, до свидания. До свидания, спасибо. Пока, пока. Давай пока. Там бабки переведешь. Хорошо, тогда. Обязательно, уже. Проверили. Уже ты еще не знаешь, они уже у тебя. Согласен. Я не я попадаю. Это я так, привык. 1-3. Я для подрезок, а это что? Она по контролю и по долговечке. Хотя, как что, где посадка? Надо игру целых не срубить. 2-3. 3-2. 3-2. Коварный Лев. Вот так. 3-3. Ну, во-первых, говорю, это плюс 3,5. 6,5. Ну, да, ну, это, ну, моим, да, 3,5 тысячи. То есть, как раз, на а потом я бы не представил, 4-3. Полтора месяца. Нет, вот есть там 3-5. По дороге там доехал, я раз в два месяца поиграл в удовольствие. И напарник на таком сильный. 3-6. Лев за очко за очком забирает. Очко за очком. 7-3. Подачи справа. 7-4. 5-7 направо. 6-7. 8-6. 9-6. Почти, почти. 10-6-10. 6-10. Старается Максим, молодец. 10. Блестящий Лев. Лев просто сверкает нас. Бриллиант. До трех побед. Продолжаем сражаться в нелегком, упорном бою. Там это там дармовой 8-7. Не просто перекидывай. 2-1-0-0. Мы подаем. Распределение. Кто напротив? 1-2-0-0. 2-1-0-0. 0-1. 0-1.
Ну вот как тут крутит так вот. Поставляют ЧП, но ЧП в разные стороны. Торпеда мимо. Перескакивает? Радость-то какая, 2-0. 2-0. Вроде смотришь, ничего такого, тут так ничего, Максим, молодец, молодец. Чувствует уже, что не лупит. Бухта барахта возвращает. Большое искусство. 2-1. Один три. 1-3. Три раза за шарик уходили, да, 2-2. Ох ты, срывается. В самый-самый край стола. Замечательно. 2-3. Сказал слово нельзя. Да, 2-3, ничего, Сан Саныч, мягче. К людям нужно относиться мягче. Жить надо проще. А на проблемы смотреть ширше. 2-3. Только вернуть. 3-3. Молодец, Максим, какой он поднял с белой линии. 4. Да, ну лев оправдывает свое имя. 5-3. Ну, он у тебя, он не может себя контролировать уже, Петр Васильевич, он будет стараться. Так, Сан Саныч издевается еще параллельно. Кидает в ребро. 5-3, подачи справа. Руку выше. 6-3. Три, семь. Хорошо, 3-8, 8-4. Хорошо, Рома скинул, срезал. 9-4. Четыре, десять. 2-1 по сетам. Впереди Рома. 3-1 уже, а уже и 3-1. Спасибо, жмем руки. Замечательная игра. Спасибо Сан Санычу. Он, как всегда, потрясающий.